Прозрачность. Таким словом можно охарактеризовать не только воду, но и, как оказалось, госзакупки. Соответствующий рейтинг составили среди субъектов России. Он показал, в Чебоксарах прозрачность самая высокая. Рейтинг предусматривает 5 категорий прозрачности, от низкой до гарантированной. Среди заказчиков с высокой прозрачностью наш город оказался на первой позиции. Специалисты отмечают, хорошего результата Чебоксары достигли благодаря тому, что в прошлом году создали специальный орган по организации размещения заказов. Размещение заказов через уполномоченный орган позволило повысить эффективность использования средств бюджета города, прозрачность, осуществление единого методологического подхода к формированию системы закупок в городе. Подтверждением того является участие города Чебоксары в национальном рейтинге прозрачности среди субъектов Российской Федерации, по результатам которого наш город Чебоксары получил первое место среди прозрачности закупок в категории высокой прозрачности.